просили новых форматов подписки. И у меня есть пару новых. Все мы любимые и заезжены на Ютубе. Ютубе. Формат распаковочки. Что будем распаковывать? У нас есть пылесос. Ручной пылесос. Купленный, не купленный. Любезно предоставленный на обзор 21 веком за мои деньги. Открываем, будем смотреть, что там. Гарантийный талон. Щетка обыкновенная. Две щетки необыкновенные. О, инструкция. Не вынимается. Сам пылесос. Шайтан труба. Плазмобластер. Удлинитель. Ну как удлинитель, это его кабель, но не шибко он длинный. И труба. Не, инструкцию сейчас смотреть не будем. Пока ничего не сломалось, поэтому инструкция нам не нужна. Во! Нормально. Работает. А это что? Как-то, наверное, оно где-то должно было. Уже, по ощущениям, пластик. А я думал, сова. Это что значит, нам надо туда как-то вставить, наверное. Сейчас будем проводить тесты. Для этого нам понадобится ковер и немного мусора. Для теста пылесоса будем использовать ячменную ячневую кашу. Нихуя, поможить повара. Всыпаем кашу. Вот так чуть-чуть рассыпали. Фух, если не справится, 2 метра 4. А где кнопка запуска? Вот тут кнопка запуска. Все, попылесосили мы сколько? Минуту? И смотрите, что. Когда стоит? Прям так. О! Это стегнулось. Вот. Кстати, эту баночку можно использовать для коктейлей в спортзале. Серьезно? Колба, кстати, фильтр в колбу ставится по направляющим. Тут тоже тяжело промахнуться. Теперь же обратно надо сдать. Обзор попрошу. Кстати, для сборки удобно нарисованы стрелочки. Тут есть стрелочка и тут есть стрелочка. Это чтоб если уже совсем инфантильный пытался собрать. В распаковочке это, конечно, все хорошо, но а за упаковочки никто никогда не снимает. Провод не отключается. Вот это, кстати, минус. То, что провод нельзя стянуть. Так, как она разбирается. Чтобы разобрать, нажимаем на кнопку. Оп. Кстати, не заметил. Засовывать надо, видимо, до конца. До хруста. Потом будет еще уборочка против после запаковочки и распаковочки. Все, инбоксинг. Подписывайтесь на канал, лайки. Можете, кстати, скидываться на другие вещи, которые надо обозреть, распаковать, проверить, запаковать. Вот, все. Спасибо.